Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 28 сентября. Снова я на грядке ленивки. Помните, в начале сентября я приходила и показывала вам, говорила, что вот это взрыв, который похож на сорт монгольский карлик, который у меня тоже выращивается в грунтовом варианте. Я вам показывала, что вот эти вот, ну, первые плоды крупные созрели, а остальные были зеленые. Я все-таки их оставила, не стала собирать. Решила дождаться, чтобы они созрели у меня на корню. Вот они уже почти все поспели. Сегодня буду тоже их оббирать. Но если уж какие сегодня не поспели, не знаю, на октябрь стоит ли оставлять или нет. А вообще, вот, ну их тоже видно, что они все целые, ничего, они не почернели. У меня листья, вот женщина одна написала, что листья-то, наверное, все-таки убирали. Я не убирала. Они, во-первых, было сильно жарко, они старые все засохли. Я вот так просто сделала их, ну так, разгребла. Вообще ничего здесь не делала, не касалась, только посадила и ушла. Все, вот эту тряпочку постелила, на которой они лежат. Тут видно тоже, что фитофторе они не подвержены, хотя послезавтра будет октябрь. И если пройти дальше, сейчас я осторожно по дорожке пройду, то видно, что... Подождите, дорожка немножко заросшая. То видно, что листва-то... Листва у томатов, несмотря на то, что у нас уже были заморозки, она хорошая. И они вот у меня, смотрите, разрослись, уже туда поползли. Они уже пошли за периметр грядок. Вот они, красавицы. Мне их так жалко. Естественно, что здесь даже нет никаких ни признаков, ни зачатков заболевания. Все растения здоровые, все растения красивые, ярко-зеленые. Но вот те, которые... Эти вот я чуть попозже посадила. Они еще зреют у меня. Но если вот тут говорят, что это зависит не от качества рассады и не от моих обработок, а именно что от климата, то я уже написала девушке. Я не знаю, конечно, как это зависит от климата. У нас город в пойме реки расположен, низинка. У нас всегда тут туманно и всегда сыро. И мои соседи, которые в таком же климате проживают, как я, у них уже давно все почернело и убрано. Все-таки я считаю, что это не столько от климата зависит, а сколько от ухода и от качества здоровья вот этих самих и семян, и рассады. Конечно, сейчас уже на пороге октября они выглядят не так красиво, но все равно видно, что растения здоровые и... Если бы они болели, все вот эти плоды уже давно бы почернели. Все, вот эта грядка-ленивка, которую я сегодня тоже буду оббирать, так как все-таки у меня нет помощников, я оббираю все это сама и вырастила, и придется и оббирать, и переработать самой. Еще раз говорю, были бы помощники, ой, они бы тут уже давно пришли, все собрали и унесли. Сейчас буду я ходить, собирать. Все, до свидания.